Всем здравствуйте! Сегодня жена Александра Градского решилась поделиться редкими фото с наследниками знаменитого музыканта. Марина решила поступиться принципами и осчастливила поклонников артиста яркими кадрами. 28 ноября прошлого года не стало Александра Борисовича. И с этого момента публика не переставала обсуждать, как же произойдет раздел многочисленного имущества певца. Казалось бы, очевидно, что наследство достанется только супруге Градского, Марине Каташенко, их сыновьям Александру и Ивану, а также двум детям от прошлого брака. Но, как выяснилось, о себе заявила и третья жена звезды, Ольга Фартышева, которая родила ему Даниила и Марию. Вместе пара прожила более 20 лет. Так женщина посчитала, что она должна получить часть нажитого вместе с Градским и подала в суд не только на Каташенко, а ныне Градскую, но и на своих собственных детей. Именно с этого и началось противостояние любимых женщин ушедшего музыканта. Теперь им предстоит участвовать в разбирательстве, где они, вероятно, будут доказывать, что больше нуждаются в том, что оставил после себя мэтр. А имущества он нажил достаточно. Дома, квартиры, участки, коммерческие помещения и дорогостоящие авто. Поэтому к каждому шагу Ольги и Марины публика относится крайне внимательно. Так некоторые посчитали странным, что молодая жена Градского поделилась фото с маленькими сыновьями. А насторожило это потому, что Каташенко предпочитает не афишировать личную жизнь. Но все же многие обрадовались, что Градская показала детей. Подписчики Марины отметили, как подросли мальчишки и подбодрили ее. Мама и сынули красивые. Маришка, все у вас будет нормально. Не забывай об этом. Какие милые, так на тебя похожи. Пишут пользователи. Будем надеяться, что совсем скоро Марина Градская даст комментарии о том, как продвигается раздел наследства Александра Борисовича. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!